Сеть выходите, да? Ну вот, а я бы на вашем месте не стал. Конечно, корпорации говорят, новая сеть безопасна. Они типа учли прошлые ошибки. Им-то из их неприступных башен все кажется чистым и красивым. Но это ложь. Хочешь дать клятву, как полагается? Нет, не надо. Давайте без формальностей. Тебя что-то не устраивает? Слишком большая ответственность. Не хочу подписываться на то, во что не верю. Как пожелаешь. Это было спонтанное предложение. Удачи на задании, Ви. Не попадись этим недоумкам. Ты все правильно сделала. Пусть подавится своими клятвами. Думаешь? Есть вещи, за которые не жалко отдать жизнь. ФРУ явно не из таких. Почему ты так решил? Потому что после задания они никого не отпускают жить своей жизнью. Им нужны марионетки. Ты же в курсе, что я был солдатом корпорации. Гордился тем, что хожу в камуфляже. Там присяга считалась чем-то священным. Тоже эти «повторяй за мной» и так далее. Только помнить бы еще, что я торжественно клялся делать. Точно хочешь об этом поговорить? Просто хотел сказать, что ты молодец. Я в твои годы был тупее. Здоровье прежде всего. Лучшие стимуляторы у Рональда. Покупайте свежеукраденные щепки. Капитан Каленти, похоже, он пошел ко дну с этим кораблем. Теперь у кого-то тут склад. Так, что у нас тут? А это что? Друзья будут не в духе. Все должны разойтись. Его бы в музей. Не уверена, что он вообще работает. Возьми уже трубку. Если что, мне двойной чизбургер. Меня кто-нибудь слышит? Алло? Все прогнило, наверное. Или ты перепутала номер? Ну и что нам теперь делать? Кто это? Называй меня Ви. Эндрю Джексон Стрит. Баскетбольная площадка. В дневное время. Не особо он разговорчивый, наш секретный агент. Может, предпочитает сообщения, как и я. Если поставить себе нормальные ноги, трехочковый забросить вообще несложно. Надо все правила пересматривать. А ты где была, когда он упал? В сети. Трафик вырос в 100 раз. У меня чуть лед в ванной не вскипел. И что говорят? Реально новые штаты? У нас лучшие места. Не знаю. Там такой хаос был. А, наверное, такой. Это будет историческая игра. Ты любишь баскетбол? У нас часть обшивки стену на кухне пробила. Ты в курсе, о чем я? Я себе. Никого не знаю. Начинается еще одна игра.
И твоя голова в ней. Мяч. Питаешь мои мысли. Слишком темно. Назревает что-то нехорошее. Назревает ёбаный шторм. Не смотри, что небо пока ясное. Ты впервые выходишь на площадку, на которой остальные игроки провели годы. Они опытные комбинаторы. Притворяются твоими друзьями, а сами на хую тебя вертели. Если они тебя переиграют, мало не покажется. Просто признай, что ты не доверяешь Майерс. Они все одинаковые. Политики. Хуже. Военные. Когда говоришь командованию «нет», ты все равно, что сам кладешь голову на плаху. Оно не жалеет тех, кто бежит. Гроза мегакорпораций. Ну, начинается. Борец с лицемерием сбежал из армии. Потрясающе. Просто потрясающе. В армию вступил Роберт Джон Линдер. Повелся на легкие деньги, обещания вечной славы и благоденствия. Линдера больше нет. Домой с фронта вернулся совсем другой человек. Джонни, извини. Я не хотела... Ничего, давно дело было. Пока я ползал там в грязи и крови, я понял... Что понял? Мой тезис такой: за пряником всегда следует кнут. Каждый салага получает автомат, бронежилет и кучу обещаний. Через какое-то время выясняется, что патроны кончились, броня ни от чего не защищает, а обещания... Оказываются наёбкой. Точно. И вот тогда они достают кнут, который называется ценности. Сидишь в окопах под обстрелом, твои товарищи купаются в бодрящем фосфоре, а какой-то офицер распинается про верность долгу. Если ты видишь, что вместо пряника и поощрений начали размахивать кнутом и ценностями, надо бежать. Как можно быстрее. Похоже, тебя до сих пор это все беспокоит. Такие травмы надо прорабатывать, Джонни. У меня не было проблем с этим всем до сегодняшнего дня. Политики, боевые нетраннерши, секретные агенты и полковник Хансен на закуску. Вся гниль собралась в этом ёбаном доктауне. Не поворачивайся. Смотри на площадку. Ох. Покажи, что в руках. Джонни, кто сидит у меня за спиной? Вообще не ебу. Я вижу только то, что видишь ты. У тебя что-то в руках. Покажи мне. Просто монета. Знаешь, откуда Знаю. Она? Но мне нужны доказательства. Ты посмотри, какой осторожный. Кто тебя прислал? Розалинд. Не знаю ни одной Розалинд. И ты, кстати, тоже. Ви, ты говоришь со шпионом. С ней все хорошо. Нет, нет, нет. Даже не пытайся. Итак. Когда я уходила, все было нормально. Надеюсь, ничего не поменялось. Вот как? Вот как. За тобой шли? Ты хотя бы смотрела вокруг? Вряд ли за мной следили. То есть ты не проверила? Тебе еще учиться и учиться. Будет чем заняться на досуге. Черный Тортон Мэри Мак на улице. Через 3 минуты на переднем сиденье. Все? Допрос наконец окончен. Неужели? А я только успел втянуться. Рид! Скользкий сукин сын. Мне кажется, мы подружимся. Ну да, он же зовет тебя в машину, чтобы угостить конфеткой. Беги быстрее. Ты видел чувака, с которым я только что говорила? Ага, крепкий такой. В таком плаще, как будто он собрался в парке детей пугать. Вы либо заткнитесь, либо валите. Черный Тортон. Пока мы здесь, извини за меры предосторожности. Я предпочитаю не рисковать. Иногда безопаснее воткнуть человеку ствол Малориана между ребер,
даже если он с тобой заодно. Ничего личного. Надеюсь, ты не злишься. Я бы начала по-другому, но тоже рада познакомиться. Люди нашей профессии слышат это нечасто. Ты не из наших, Ви. Это видно. Вообще-то со вчерашнего дня из ваших. Я хотел сказать, что первые задания самые трудные, но решил тебя не обманывать. Я нашел досье, которое ФРУ собрало на тебя. Интересная биография. Наемница из Хейвуда, выполнявшая заказы в Найт-Сити. И по удивительной случайности вчерашним вечером завербованная ФРУ. Только одно мне объясни, зачем ты решила ввязаться в это безумие. Если честно, я сама до сих пор не понимаю. Знакомо. Я тоже перестаю что-либо понимать, когда меня посылают исправлять чужие ошибки. Ясно. Пора навестить нашу общую знакомую. Скажи адрес. Заброшенный дом на Элизабет Крест-стрит. Ты оставила ее одну. В Доктауне. А надо было таскать ее за собой по всему району? Ну, вообще-то... Мне показалось, что там было безопасно. Безопасно. В пустом доме посреди Доктауна. Ты сама себя слышишь? Погоди, мне надо ответить. Ты же помнишь, что я взял отгул? Не знаю, ты у нас менеджер. Попроси Боба, я в прошлый раз его подменял. Ничем не могу помочь. Разрули как-нибудь без меня. Начальник, я работаю в клубе, пускаю людей, выгоняю людей. Значит, ты притворяешься вышибалой? Зарабатываю на жизнь и карманные расходы. Спящим агентам не платят пособие от государства. Даже в черную. Не так я, конечно, планировал провести свой выходной. По этой истории про спасение президента можно снять неплохой брейнданс-боевик. Ну да, наверное. Майерс еще курит? Сегодня утром курила на балконе. А что такое? Она достает сигареты, когда ситуация выходит из-под контроля. Надо срочно до нее добраться. Если честно, все это не выглядит безопасным. Ты же знаешь, что она умеет держать оборону. К нам вчера пришли незваные гости. Ушли через мусоропровод. Иногда с ними только так и можно. Если бы ее попытались увести силой, весь этаж лежал бы в руинах. Не верю, что она сдалась без боя. Открывайте. Это я. Вот как ты меня встречаешь? Ох. Простите, Розалинд. Как у вас дела? Хорошо. Рада, что у тебя тоже. Вы не забыли мой номер? Некоторые номера не забываются. Будем честны, Розалинд. Мне бы никто никогда не позвонил. Я оказалась в Найт-Сити, где за мою голову объявили награду. Мне показалось, это хорошая возможность вспомнить о своем старом друге. Я бы пригласил вас на чашку кофе, но время поджимает. Мне нужно организовать вам перелет в Вашингтон. Нет, Рид. Сначала нужно поговорить. Нам троим. Сюда. Заходят как-то в овальный кабинет президент, наемница и спецагент. Вопрос только, что я делаю в этом анекдоте. Ты смотрел новости? Хансен хорошо умеет вешать лапшу на уши. Он действует не вполне самостоятельно. Его направляет кто-то из наших.
Есть догадки, кто может работать с Хансеном. У Розалинд больше врагов, чем ты себе представляешь. Это еще не все, Рид. Я летела не одна. Со мной была Сойка. Соми? Не нравится мне все это. Зато теперь я понимаю, где она сейчас. Ты была последней, с кем она говорила. Сойка исчезла после крушения. Мы договорились встретиться здесь, но она пропала с радаров. Как вам кажется, что с ней? Не знаю. Будем считать ее пропавшей при исполнении. Рид, я думаю, ты понимаешь, что это значит для национальной безопасности нашей страны. К тому же она твоя протеже. Ты завербовал ее и научил всему, что знаешь. У нее с Вией особая связь. Это пока единственное, что может к ней привести. Вам двоим нужно найти ее. Вместе. Я один раз умер по вашему приказу. Мне хватило. Умер? Что это значит? Что Майерс рассказала тебе обо мне? Что ты был главой местных резидентов, но бездействовал с конца войны. Она не упомянула, что Арасака пыталась меня убрать. Что я попал в реанимацию с тремя пулевыми ранениями. Что я сам дошел до туалета только спустя 6 месяцев. Может, она забыла? Ну что ж, всегда рад напомнить. Мы тут стоим и разговариваем. А могли бы в это время искать Сойку? Каждая минута на счету. Она не выберется сама. Я тебя почти не знаю, но ты не похож на человека, который бросает своих в беде. Так и есть. Видимо, самое главное ты обо мне уже знаешь. Я вам помогу, но только из уважения к Соме. И своей стране, как бы наивно это ни звучало. А ты, Ви, то, что у тебя с ней какая-то связь, не объясняет мне, что ты здесь делаешь. Не знаю, сколько тебе платят, но лучше задай себе вопрос, стоит ли оно того. Только Сойка знает, как меня спасти. У меня в голове арасаковский биочип, который разъедает мне мозг. Что ж, все карты раскрыты, Ви. Думаю, мы можем помочь друг другу. Полностью согласна с тобой, Рид. Чтобы найти Соми, придется провести полевую работу. Заглянуть под каждый камень. Нам нужны информаторы, которые не любят упускать выгоду и не боятся открыть рот. Их доверие надо заслужить. Это будет непросто. В пёсьем-то городе. Я организую для Майерс безопасный перелет в Вашингтон. А потом сразу тебе позвоню. Спасибо тебе за все. Удачи вам. Не попадитесь этим недоумкам. Ты тоже, Ви. Надеюсь, еще встретимся в более приятной обстановке. Ну ладно. Мне надо кое-кому позвонить. Это я. Нужно такси. Все. Нужно ехать. Лучше всего по отдельности. Ви, выходи через 5 минут после нас. Счастливо, Ви. Ну, как будем выбираться из этого чудного места? Скажем так, дорога будет ухабистой. Прямо как в старые времена, да?
Я вернулся. Как обстановка? У меня? Да вроде без изменений. Значит, пора начинать работу. Надо найти нашу пропавшую подругу. Нам нужен еще один агент. Алекс – моя бывшая подчиненная. Она тоже в Доктауне под прикрытием. Она нам поможет. Хорошо. Есть ее адрес? Береговые трущобы. Бар под названием «Мотылек». После заката. Ясно. И смотри, чтобы в этот раз хвоста не было. Что за это люди? Пропавшие без вести. Многих, наверное, уже нет в живых, но пока тут висят фото, надежда лучшие остается. Лучшие цены в Доктауне. Надо же, как их много. Интересно, с кого все началось? Был один парень из Баргиста. Он пропал. Я бы советовала тебе его бросить прямо сегодня. Пусть сам живет, как хочет. Ну да, может и стоит. Ладно, пойду я. Пока. Ничего, солнце. И на твоей улице будет праздник. Главное, не давай всяким уродам тобой помыкать. Что будешь, красавица? Холодного пива, пожалуйста. Сделаем. Привет, Ви. Ты в баре? Ну да. Жду тебя. Я буду через минуту. Хотел заранее предупредить кое о чем. Окей. Что такое? 7 лет назад, когда наша операция пошла не по плану, Майерс решила мной пожертвовать. Всем сказали, что я агент Арасаки. Алекс не знает правды и может встретить меня холодно. Понимаю. Она может послать нас нахер. Что-то вроде того. Я уже около входа. Прошу. Чувствуй себя как дома, солнце. Спасибо. Что-то я тебя раньше не видала. Недавно в Доктауне? О, только не это... Я ищу Алекс. Ищи дальше. То есть ее тут нет? Ты в очень коротком списке тех, кого тут не обслуживают. Поворачивайся и пиздуй отсюда. Мне джин с тоником, пожалуйста. Лучше двойной. Она со мной. Ты вообще охамел? На сегодня все, ребята. Бар закрывается. Попробуй меня выгони. Да ладно, серьезно. Все на выход, живо. Алекс. 7 лет. 7 лет в этой сраной дыре. Из-за тебя! Соломон Рид! Ого! Сол не понимает. Может, ты поймешь? Мы от Майерс. У нас задание в Доктауне. У вас с ним? Если хочешь знать, 7 лет назад он подставил всех, кого нет, мог. 7 лет назад мне приказали залечь на дно, а вам скормили легенду. Это была вынужденная мера. Поверь мне. С чего бы это я должна тебе верить? Убирайся отсюда.
и его забери. Лично меня не интересует, что между вами случилось. У нас приказ от самой госпожи Майерс. Ты должна понимать, что это значит. Я понимала. 7 лет понимала. А теперь... Внимание! Подумай, мы не торопимся. Хорошие новости, Доктаун. Мадам президент благополучно вернулась в Вашингтон. В пизду. Я курить. Но поставил бы на то, что она оттуда и не уезжала. Ненавижу тебя, Рид. Оказался провокацией НСШ, как мы и говорили. Что тут добавить? Розалинд, если все-таки заедешь в Доктаун, мы встретим тебя с распростертыми объятиями. Погоди минутку. Я сейчас вернусь. Хочешь с ней поговорить? Кто-то же должен. Уж лучше я, чем ты. Даже покурить спокойно не дашь? Если что, я Ви. Алекс. Ну что, у НСШ снова есть для нас работа? Какое-то задание? Боюсь, что так. И что случилось? Рассказывай. Пропала агент ФРУ. Нам с Ридом сказали найти ее. И тут ФРУ вдруг решила вспомнить обо мне? Среди их агентов никто не знает Доктаун лучше, чем ты. Их агентов? Значит, ты не наша. Интересно, чем тебя заманили. Наше сотрудничество кончится после этого задания. Ты еще не знаешь, как они могут затягиваться. Посмотри на меня. Выполняю одно задание уже 7. Сука! Лет! Я с самой войны разрабатываю местных торговцев оружием. Вот мое задание. И конца края ему не видно. У меня меньше времени, чем у тебя. Всегда одна и та же история. У тебя просят помощи, потом обещают награду. Иногда даже дают. А в один прекрасный день прибивают тебя к стене за хер. Тебе так важно выполнить это задание. Ты точно что-то надеешься от этого получить. Вопрос только что. Я ищу того же Нитраннера, что и ФРУ. Наши интересы совпадают, поэтому теперь я агент Ви. Ага, и кто этот Нитраннер? Сойка. Ни хрена себе. Тут одной сигаретой не обойдешься. А в чем дело-то? То есть ты не знаешь... О чем? О проваленной операции. После нее Рид пропал на 7 лет, а меня засунули в этот гадюшник. Знаешь, кто в ней участвовал? Рид, Сойка и я. Тебе не говорили? Потрясающе. Вот ты веришь в стечение обстоятельств. Или даже в судьбу. А я верю, что если подставить те же значения в новое уравнение, результат, представь себе, будет тем же самым. Можно сказать, что вам с этим предателем повезло. Я же чемпионка мира по танцам на граблях. Но у меня есть условия. Чего же ты хочешь? В Монако. Хочу гонять на спорткаре вдоль побережья и пить на яхте шампанское с княгиней. Хочу уйти из агентов. Хочу карьеру дипломата там, где тепло, светло, везде растут апельсины, и нужда в полевой работе отсутствует напрочь. Сможешь мне это обеспечить? Если хочешь, Рид сам отвезет тебя в Монте-Карло. Отлично. Тогда иди и скажи, что я в деле. Не хочу опять видеть его рожу, пока не докурю. Ты кое-что скрыл от меня. Уже второй раз. Но я все разрулила. Она согласна. В обмен на что? Она хочет на пенсию в теплые края. Хотя мне кажется, что тебе сначала стоит оправдаться за то, что между вами произошло.
Ну что, Рид, мне сказали, тебя нужно поводить за ручку по главной помойке Найт-Сити. Я пришел, потому что доверяю тебе, Алекс. Допустим. Что насчет Сойки? Нам надо выяснить, где она. Сон пропала, но вроде в Доктауне. Мы были на связи. Сон ушла в киберпространство, там на нее напали, и она исчезла. Это все, что мы знаем. Нам нужен нетраннер. Тот, кто с утра до ночи парсит терабайты данных и может знать, что случилось. Есть кто-нибудь на примете? Уилки Лагер, он же фигурист. Так и знал. Он перестал с нами работать, но я знаю, где его найти. Так давайте к нему съездим. Фигурист прячется в недостроенном СПА-салоне Пик Луксора. Сейчас перешлю точные координаты. Встретимся там. Нам с Алекс надо о многом поговорить. Ладно. Смотрите, не поубивайте друг друга. У нас с вами еще много работы. Ну и что ты делал все это время? Был у тебя кто-нибудь? Какое-то время. Ничего не вышло. Видишь, вот это дерево? А у тебя? Лучшие цены в Доктауне. Просто в Доктауне нет колумбария. Нужно же людям где-то поминать мертвых. Проблема в том, что мертвым нахер не всрались цветочки и свечечки. Они, сука, мертвые. Товар сертифицирован. Теперь только на местном. Просто тебе обидно, что за тебя никогда свечку не ставили. Черт, может, и я такой же сентиментальный дурачок, как все. Смотрю я на твоих подельников, на Рида, на Алекс. И ведь в моей жизни было что-то похожее. С каких пор Джонни Сильверхенд сочувствует другим? Если у них и получилось сохранить дружбу, она рано или поздно сойдет на нет. Не сегодня, так завтра. Рид мог сказать правду 100 лет назад и ни с кем не ссориться, но нет, у него были приказы. Не обязательно предавать друзей, чтобы выполнять свой долг. Тут ты ошибаешься, иначе бы я не сбежал из армии. Подумай, сколько раз человек должен тебя подставить, чтобы ты в нем разочаровалась? Это наводящий вопрос или как? Замени человека на государство или корпу. Сколько раз ты готова встать под пули ради каких-то тварей, которые раздают пустые обещания? Погляди на этих двоих и подумай. «Внимание!» — говорит Курт Хансен. Удвоена награда за голову киберпсиха, который нелегально проник в Доктаун. Особые приметы — здоровенный бугай с полной лицевой панелью. Вооружен. Опасен, игнорирует попытки диалога. Стрелять без предупреждения. Заходите, скоро будет еще одно объявление.